Начнем сначала. Миссия организации или компании заключается в чем? Прежде всего, это производить продукт высокого качества. Неважно, это продукт чисто физический, уголь, руда, машины или услуги при разумных затратах, обеспечивать долгосрочные выгоды для финансовых партнеров заинтересованных сторон и вести эту хозяйственную деятельность добросовестно, уважая сообщество, в котором мы работаем, ради интересов сотрудников, клиентов, поставщиков, ну и в целом всего мира. И в чем заключаются основные цели, задачи отделов материально-технического снабжения, как бы они ни назывались в своих организациях, это обеспечивать работы по техническому обслуживанию и ремонтам, запасными частями, комплектующими материалами таким образом, чтобы время простое было минимальным. При этом гарантировать закупку номенклатуры соответствующего качества, обеспечивать организацию номенклатурой для устранения вероятности в области ТБ и экологической безопасности, использовать складские запасы для минимизации затрат на приобретение, то есть, когда мы говорим об этих вещах, то есть исключить какие-то авральные закупки, должно присутствовать наличие страхового запаса и, наконец, гарантировать, что вся требуемая номенклатура закуплена и не допускать ее повреждения или порчи. То есть это вот у нас цели и задачи.